Серьезный пожар в многоквартирном доме по улице Сельской. Из-за сильного задымления некоторых жителей гостинки пришлось эвакуировать. Запах гари и едкий дым жители этой многоэтажки почувствовали сразу. Обеспокоенные люди поспешили вызвать пожарных и поскорее выйти на улицу. Первые расчеты прибыли спустя несколько минут. К этому моменту из окна в подъезде на четвертом этаже виднелось открытое пламя. В ходе разведки удалось выяснить, что очаг возгорания находится неподалеку от мусоропровода. Сложности в работе пожарным добавило сильное задымление, из-за него потребовалась эвакуация жителей близлежащих квартир. По словам жильцов, не все смогли выбраться самостоятельно. Одного ребенка пришлось выносить на руках. Ей рот закрыл, воздуха набрал, до шестого этажа дошли, она ключ достает, кое-как открыли дверь. Ребенка я с ЦП, полотенце она намочила, я ей кричал, чтобы она намочила полотенце, чтобы гарь не проходила. Я его себя, его накрыл. И вниз бегом, и спустились выше на улицу. Ликвидировать пожар на площади 3 квадратных метра огнеборцам удалось за считанные минуты. По мнению жильцов гостинки, это был умышленный поджог. А что горело вообще? Кричали, что диван горит. Скажите, это первый раз у вас здесь? Нет, не первый раз. Я говорю, буквально 2-3-4 дня назад тут горел мусор, и приезжали пожарные. То есть не первый раз здесь уже? Да, это не первый раз. Я здесь живу уже месяца 3, и это уже явно не первый, не второй раз. Причина возгорания еще предстоит установить, и этим сейчас занимаются специалисты пожарного надзора. А тем временем огнеборцы напомнили гражданам о недопустимости складирования мебели в подъездах дома. Крупногабаритный мусор должны вывозить сами жильцы, а не управляющая компания.